Тратил огромные деньги на повышение финансовой грамотности населения. Почему грамотность учат в виде рекламы в солидных изданиях? Берите кредит, ипотеку прямо сейчас. Идет инфляция, ваши ежемесячные платежи обесцениваются и так далее. Ведь это же введение в заблуждение. Где материалы, издания и специалисты, которые освоили деньги по повышению финансовой грамотности населения? Есть замечательная книжка, которую написал такой американский автор Лесли Уоллер, называется «Банкир». Она вышла у нас, по-моему, в 67 или 68 году, и потом переиздавалась, она есть в интернете, в свободном доступе. Замечательность этой книги в том, что там главный герой, банкир, уже тогда, книга написана в 60 или 61 году, всерьез обсуждает, что потребительский бум за кредиты до добра не доведет. Так вот, люди, которые хотят дать вам кредит, потому что они с этого получают доходы, они тратят довольно много денег, закладывая их потом в проценты, которые вы будете платить, чтобы вам доказать, что вы должны взять. Дальше все сводится к простой логике, что кролики думали, что они любят друг друга, а на самом деле их разводят. Вот не нужно быть кроликом, которого разводят. Ну вот, думайте своей головой. Я понимаю, что значительная часть людей этого делать страшно не любит, но тут уж ничего не сделаешь. Что если вы на кого-то перекладываете решение своей по судьбе, то, скорее всего, это решение будет в пользу того человека, на которого вы перекладываете.